Ребятки, всем большой привет! Как вы видите, я стою возле торгового центра «Лавина» и должна была ехать в Ocean Plaza, но я посмотрела, какие там пробки, и поняла, что я буду добираться приблизительно 2,5 часа, поэтому сегодня предлагаю провести нашу примерочку, посмотреть, что есть новое на распродажах. Я знаю, что в Заре уже идет распродажа, поэтому давайте заглянем в разные магазинчики, посмотрим, что да как. Еще очень хочу зайти в магазин One by One. Но прежде чем мы начнем, можно так сказать, на правах рекламы, хочу рассказать вам о том, что мой муж организовывает огромную школу по видеомонтажу, и если вы мечтаете освоить профессию, безумно востребованную профессию видеорежиссера, ни для кого не секрет, что я стала блогером, я не могу еще себя назвать блогером, но я обучилась всем тонкостям монтажа именно у своего супруга, поэтому я безумно рада, что он решился на этот шаг, научить других людей. Поэтому если вы хотите и мечтаете стать блогером или режиссером, мечтаете снимать красивые клипы для топовых артистов, смотрите следующий ролик. Друзья, наконец-то я решился на это. Я запускаю свой личный, эксклюзивный курс видеомонтажа. Да. Пришло время делиться с вами опытом, своим огромным опытом. Более 1000 смонтированных клипов для топовых артистов, около 200 снятых мною в качестве режиссера и оператора. Ссылка на мои работы в шапке профиля. Посмотри и представь, что скоро и ты сможешь сделать так же. Я предлагаю тебе освоить востребованную профессию режиссера монтажа. И поверь мне, у тебя всегда будет работа. Либо тебе уже не придется просить кого-то на стороне монтировать тебе блоги и обзоры в YouTube. Итак, курса будет 2. Они все индивидуальные, только для тебя и лично адаптированные мной по твоей задаче. Первый курс. Основы монтажа. Изучим основные программы для монтажа видео и звука. Научу тебя эксклюзивным фишкам. Второй курс. Профессиональный. По окончании этого курса ты сможешь легко получить работу режиссера монтажа на телеканалах, либо в продакшенах. Я научу тебя философии монтажа, различным приемам монтажа музыкальных клипов, фильмов, телепрограмм, блогов, концертов. Я научу тебя монтировать быстро и качественно. Очень быстро и очень качественно. Поверь, это важно. Боже мой, в Лавине настолько прекрасно, вообще нет людей, очень-очень мало людей, прохладно, просторно, спокойно, вот прям мое любимое состояние. Как хорошо, что я все-таки сегодня выбрала именно Лавину. Первое место, куда я решила зайти, магазин Must Have. Вот так я сегодня выгляжу, ничего особенного. Здесь увидела 2 очень красивых белых платья, поэтому хочу у них очень понравиться. Первое белое платье из такого плотного катона. Красивый лифт, с пуговицами. Но, к сожалению, нет в моем размере, оно на бретелях и по платью миди. Очень жаль. Это такое красивое платье. Стоит эта красота 2200, уже нет ни одного размера. Только 38, по-моему, это размер. Ну, очень красиво. Точно с собой взяла одно белое платье, второе зеленое. И я вот сейчас стою в примерочной и понимаю, что это украинский бренд Must Have, но здесь совершенно нет такого обслуживания, как у такого же украинского бренда One by One. Поэтому просто еще раз хочу похвалить One by One, потому что у них в магазине находиться намного-намного приятнее, скажу вам так. Чисто как подружка-подружка. Из восхитительного белого платья меди длины из шитья. 32 размере, платье стоит 2200, это 100% хлопок, и мне безумно нравится вот этот актуальный вырез, поэтому давайте примерим. Ситуация такая, я не влезла в 32 размер вообще, и попросила 34 размер. И у меня сегодня такое мягкое белье без чашек, поэтому это платье нужно носить только с такой твердой чашкой, потому что кажется, что у вас проваливается просто грудь, ну или если у вас грудь большого размера, хотя бы не войдете по объему в это платье, если у вас грудь большого размера. Поэтому нужно быть внимательной с размерной сеткой. У бренда Must Have всегда какие-то траблы. Я всегда не знаю, какой размер мне брать. И вообще нужно быть очень внимательной и смотреть на качество, как что пошито, потому что они тут лажают часто.
честно вам скажу. Вот это платье вроде бы пошито хорошо, нет у меня к нему претензий, но немножко не нравится, как ходят замки. Но это, возможно, потому что платье просто новое. А так, неплохо. Но можно и разгладить. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Вторая модель платья немножечко напоминает то в горох, которое я покупала себе на 8 марта, если вы помните. И мне нравится, как здесь сделаны рукава. Надеюсь, что 34 размер мне подойдет. Стоит 1999 гривен. Я даже не знаю, что сказать. Оно ужасно сидит. Оно просто как-то висит и по груди, и по талии. Я немного не понимаю вообще, почему так. В общем, одним словом, это какой-то кошмар. Платье очень красивое по своему фасону, но на меня не село совершенно. Мне принесли еще одно белое платье, поэтому давайте примерим его. Ну, хоть что-то, что село более-менее и понравилось, это сарафан из шитья миди длины, стоит он 2200. И мне эти шлейки не подходят по своей длине, мне придется их укорачивать, поэтому я их так просто небрежненько бросила. Но вообще мне нравится это платье. Платье-сарафанчик очень романтичное, летнее, летящее, манящее. Напишите в комментариях, как вам. Это единственная вещь, которая пока что более-менее села и понравилась мне в магазине Must Have. Мне понравился этот сарафан, но я бы хотела прогуляться еще куда-нибудь и посмотреть, например, что же нового представлено у того же самого One by One Zara Mango, поэтому давайте прогуляемся. Девчонки, пришла я у One by One получить дозу вдохновения, и заходишь, и тебе сразу же приятно. Не знаю, как это объяснить, не обижайтесь на меня, магазин Must Have, но вам нужно у ребят реально поучиться. Давайте посмотрим, что здесь нового. Есть классные новинки. Обратите внимание, насколько красивое платье, такой футлярчик, классная расцветка, очень нежная, она тоненькая, тонюсенькая, прям такое невесомое платье, очень понравилось мне. Как всегда, есть что выбрать у бренда One by One. Пришел один очень интересный костюм, вот я бы с него хотела начать, потому что он такой повседневный, но у него безумно красивый цвет. Такой очень нежный фисташковый цвет, это 100% вискоза. Рубаха стоит 950 гривен и шорты 550, если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим поближе. 650, прошу прощения. Сейчас будет смертельный номер. Ибо холодно в шортах. Вы знаете, что шорты не ношу. Так, друзья, смертельный номер. Безумно красивый цвет у костюма. Я чувствую себя немножко непривычно, честно вам скажу. Но мне очень нравится. Очень неожиданно. Это как-то, знаете, не пошло. Это абсолютно нормально для того, чтобы носить этот костюм в городе. Потому что я категорично очень отношусь к шортам. Мне не нравится наблюдать за всякими изъянами женских ног. Я люблю, когда все красиво и идеально, честно. Поэтому неплохо, неплохо. Напишите мне в комментариях, как вам этот костюм. Здесь безумно красивые детали, невероятные просто пуговицы, красивые накладные карманы. Мне понравилось. Этот костюм еще представлен в розовом цвете, поэтому если вы любите шорты, мне кажется, стоит попробовать. На мне безумно милое платье футляр, и у меня есть подобная модель сарафана от бренда Андретан, такой в листьях, я обязательно одену его на какую-то примерку. Я очень люблю такие фасоны, сарафанчики, футляры, платья, футляры, потому что именно такие вещи делают из женской фигуры такую а-ля статуэточку. И этот, к сожалению, на меня оказался немножечко велик в зоне декольте, но все равно хотела вам его показать и
Этот сарафан стоит 1350 гривен. Это в два раза меньше, чем в магазине Must Have. Поэтому вы можете совершить покупку и в их инстаграм-магазине. Я как-то об этом уже говорила. Сарафан можно носить как с поясом, так и без. Но мне очень нравится его расцветка. И здесь очень красивые детали. Здесь есть канты и на поясе, и на шлейках. Это требует определенных усилий мастера. Это не так просто, как вам кажется, просто изделие с кантом. Поэтому обращайте внимание на вот такие вот детали, я это очень ценю и уважаю, особенно в украинских брендах. Поэтому цена этого сарафана за 1350 гривен, мне кажется, даже слегка занижена. И напоследок хочу примерить вот такую вот тройку. Это костюм из льна, бюст, брюки и жакет. Жакет стоит 900 гривен, а брюки и топ сейчас топ с чашкой, такой а-ля бюстье, стоит 850 гривен, а брюки 760 гривен, примеряю все в размере XS. И цвет, конечно, зефирчик. У меня были такие надежды на этот костюм, на эту тройку. И она просто огромнейшая на меня. Вот, девчонки, вы мне так часто пишете, вы так хорошо выглядите, у вас такая классная фигура. И как подобрать себе одежду, когда все огромное, огромнейшее просто все. Вот это реалии моей жизни. Вы думаете, быть маленькой так хорошо, и часто мне говорите, ну и что, у вас там стандартная какая-то фигура, но ничего не садится. И так происходит очень часто, просто я вам это не показываю. Мне очень жаль этот костюм, он безумно стильный, unreal, актуальный, очень красиво все это сделано, конечно. И даже по бюсту, по шлейкам, по брюкам, везде. Просто огромный. Очень жалко, но, возможно, повезет кому-нибудь из вас, потому что он потрясающий. Просто посмотрите, как бы красиво это было с жакетом. И меня в августе пригласили на очень важное мероприятие, на свадьбу, мой друг. И я так хотела пойти в чем-то не банальном. Я ищу сейчас не платье, чтобы ни в коем случае, во-первых, не затмить прекрасную невесту. Во-вторых, мне бы не хотелось... что-то очень яркое, но вместе с тем я бы хотела выглядеть уместно и не банально. Я очень надеялась на этот костюм. Но, увы. Безумно мне жаль этот костюм, эту тройку, просто до слез как-то на меня ничего не село сегодня. Но, возможно, я и заберу его, и, может быть, даже и ушью. Но тут вопрос в том, как состыковывать эту полоску. Это не так просто, как кажется, поэтому я буду думать. Давайте прогуляемся еще. Я все хочу ворваться в распродажу, но просто никак до нее не дойду, потому что хочется купить что-то красивое и дешевое, но пока ничего нет. Я в Заре, очень мне понравилась вот эта юбка, очень модная, супер актуальная юбка, 542 гривны сейчас. Возможно, и возьму ее в примерочную. Безумно красивые оранжевые босоножки валяются в распродаже. 1300 они стоят, стоили 2700, есть только семерка. Вообще много разной обуви, и столько по 920 гривен. Мне очень нравятся вот эти голубые. Эти малыши очень красивые, стоят 499, но только 38 размер остался. Вот эта малышка, сумочка, очень мне нравится, 399 гривен стоит. Есть такие прикольные узлы, но у нее очень актуальный цвет. И вообще модель безумно актуальная, она классная. И стоит копейки. Примерочная, взяла примерить вот такой вот сарафан, он в размере XS. Он из сейла и стоит 1299 гривен, но это полиэстер. Друзья, я, конечно, в шоке, потому что Зару просто вынесли. В Лавине уже нет практически ничего, ни пятерок, ни шестерок, ни обуви. Да, есть неплохие сумки, конечно, нужно рыться, но из того ассортимента, который был представлен на распродаже, здесь очень мало что осталось. Мне этот сарафан нравится. Я понимаю, что такое нравится не всем, потому что здесь как бы не присутствует талия. И пошив этого платья сарафана очень такой свободный, но мне это безумно нравится. Возможно, это неплохо смотрится, и где-нибудь в отпуске я бы выглядела вот таком вот, такого плана изделия. Неплохо, мне кажется. Напишите мне в комментариях, кто разделяет мой вкус, очень интересно. Но с низким ходом
цветом будет просто замечательно, не под каблук. Знаете, я бы отнесла это платье-сарафан к категории тех вещей, когда у вас абсолютно сформирована самооценка, абсолютно сформировано чувство стиля и вкуса, и вы всем своим внешним видом просто показываете то, что вы абсолютно знаете себе цену. Также взяла примерить, конечно же, эту юбку в клетку и две рубашки к ней на выбор. Одна стоит 349 гривен, совершенно недорого, она в большом размере XL, но именно это мне в ней и нравится. И вторая рубашка розового, очень милого зефирного цвета, стоит 500 гривен. Ну, наконец-то! Боже мой, как мне нравится этот лучок, как же мне нравится то, что получилось в итоге, и стоит совершенно недорого, да, вот весь этот лучок обойдется нам 800 гривен, ну, 850 гривен, и, кстати, эти босоножки тоже из распродажи стоили там гривен 400, покупала их прошлым летом. Рубаха такая прям сильно, сильно коконообразная, если распустить этот узел, и немножечко эта юбка в талии болтается, ну, какой-то поясок минимальный, одеваете, и все, у нее очень красивый разрез, она классно сидит на фигуре, она очень хорошо подчеркивает то, что надо подчеркнуть, и она не полнит, потому что есть опасность немножечко в таких изделиях, но мне очень нравится, прям я, аж настроение поднялось у меня, честно говоря, и вот, ну, это стопроцентная я, девчонки, вот это стопроцентная я. Я этот лучок 100% забираю с собой домой, и я хочу примерить еще второй вариант, розовую рубашку. Возможно, заберу ее, потому что цены очень приятные. Давайте примерим. Вау, это так круто! Так, ну, по-моему, все понятно. Мне, конечно, и тот вариант мне очень нравится, и белый, и розовый, но розовая блуза намного ярче, конечно, смотрится. Это сразу так интересно. Конечно, эта обувь сюда не подходит. Я бы одела что-то однотонное, белое, или вообще какие-то такие телесные босоножки на тонких ремешках. Я очень рада, что я зашла таки в Зару, и сегодня я уйду с покупками. Я заберу эту юбку и две рубахи, потому что это так красиво, я не могу, девчонки. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам, потому что мне безумно. Возможно, конечно, такой вариант для смелых, но, наверное, я такая... Что ж, вот такой вот была наша сегодняшняя примерка. Если вам понравилось, поддержите меня пальчиком вверх, мне будет безумно приятно. Я очень стараюсь делать для вас интересные ролики. Мне очень хочется, чтобы канал рос и развивался. И я не прощаюсь, я говорю вам, как всегда, до встречи в новых примерочных.